Всем привет, с вами Иссара Гибов. Бытует мнение, что все дети талантливы. И именно об этом мы с вами сегодня и поговорим. Ну зачем же так орать, а? Воу-воу-воу, девочки, полегче. Черт возьми, когда она открывает рот, я ее гланды даже вижу. Девочка, не нервничай, лучше заткнись. Заткнись, прошу я тебя. По-моему, если бы она молчала, это бы вышло у нее гораздо лучше. Она же всего лишь ребенок. Она изверг. А следующее видео нам прислал Ягуб Абдулаев. Как всегда, великие и могучие рэперы постарались на славу. О, это подтянется! Он тут стишки сочинил на скорую. Батяня. Ну просто офигенный сценический псевдоним. Вы слышите, сколько в этом имени оригинальности? Я здесь начальник школы. Меня зовут Батяня. Йо, йо. Я сегодня читаю свой рэп. Руки вверх. Что за хрень? Боже мой, вот она надежда русской поэзии. Сегодня у Валентиновича угнали резинки. Теперь после алгебры всем не до малинки, йо. Как я понял, это стадо бушующих обезьян его фанаты, да? Класс. Это же мечта иметь таких фанатов. Вы только посмотрите, как они ему преданы. Я очень устал, вы поймете меня. Я иду домой. Школа хуйня. Парень, походу ты попал. Молись и надейся, что это видео не увидит директор твоей школы. Мне просто интересно, с какими мыслями этот парень выкладывал это видео в YouTube? Ну, я не знаю, может быть он хотел показать, какой он крутой, какой он классный. Но нет! Нифига ты не классный, чувак, ты просто... Вот какие эмоции вызывает у меня это видео. Спасибо тебе, Ягуб Абдулаев, за то, что сломал мне мозг. Следующее видео, которое мы вам сейчас покажем, давно уже облетело весь интернет и стало баяном. Ну, я не мог просто не сделать обзор на это видео. Где-то там, в гремучем лесу, среди белых голубых и волшебных цветов, он просто живет, просто песни поет. Кто вы думали? Эти стихи сочинил ребенок? А музыку чё, сам Люцифер написал? Волшебный кролик рисует меланолик, очки надевает, латынь изучает. Волшебный кролик рисует меланолик, латынь изучает, стихи сочиняет. Волшебный кролик рисует мелом нолик, латынь изучает, стихи сочиняет. Ой. А кролик-то, я смотрю, полиглот. Небось, наверное, русский знает, китайский, арабский, азербайджанский, да? Этис, атис, аниматис, этис, атис, аматис. Блин, меня впервые в жизни допугал ребенок. Честное слово, я столько анализов за всю свою жизнь не сдавал. Да вы посмотрите на его одержимое лицо. Парню срочно нужно вызывать целую группу экзорцистов. Ну нахер. Отец. Дорогие мамы и папы, если у вашего ребенка такой же взгляд, как у этого мальчика, отведите его в церковь. С вами был Иссара Гимов. Слушайте хорошую, а главное, качественную музыку. Да, и не забывайте нас смотреть на ТМВ.ру. Пока!